Сегодня городская добровольная пожарная команда получила в свое распоряжение автомобили для борьбы с огненной стихией. Технику передало региональное управление МЧС. Ее специально пригнали из Надыма. Напомню, ДПК – это общественное учреждение, созданное для борьбы с пожарами в отдаленных микрорайонах города, таких как поселок Железнодорожников, Мехколонна, СМП-329, а также дачный поселок Мечта. С момента его создания членам организации приходилось выезжать на происшествие 12 раз. На счету команды одна спасенная человеческая жизнь. Надо сказать, от пожарных дружин ДПК тем и отличается, что в их арсенале есть специальная техника. От имени главы администрации Жанны Александровны Белоцкой хочется передать слова благодарности начальнику Главного управления МЧС России по ЭНАО Бессонову Аркадию Леонидовичу за постоянное внимание и поддержку добровольческого движения муниципального образования город Ноябрьск. Она полностью исправна. Ну, я считаю, что она долго будет пользу приносить и тушить пожары. Мы ее доведем, она будет ничем от новой отличаться не будем. Мы все-таки полностью ее просмотрим. У нас есть месяц времени на этом. Я так отвел, значит, силами личного состава. Ну, там еще, может, там кто-то окажет какую-то финансовую помощь. И вплоть до косметического ремонта такого, чтобы можно было поставить ряд с этим автомобилем, и стыдно не было.